Если вы решите делать столешницу из керамической плитки, то в качестве основы лучше использовать цементно-стружечную плиту. Она не боится влаги, что позволит избежать деформации в дальнейшем. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте классы и делитесь им со своими друзьями. И как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть!